Всем привет! Ну вот и пришла к нам весна, она не очень у нас солнечная, постоянно у нас идут дожди, все очень сыро, неприятно, но работа у нас не останавливается, естественно. А сегодня мы хотим опробовать, вот наш пресс уже готов для сена, мы сегодня хотим вместе с вами попробовать первый раз запрессовать наше сено, посмотреть, как он работает. Вот многие люди нам говорят, что в поле это будет неудобно использовать. Но мы, поскольку уже сделали его, мы хотим посмотреть, как это все будет получаться. Нам, во всяком случае, будет удобно такие тюки забрасывать на чердак, поскольку у нас в сарае достаточно много места на крыше. И хотим как раз сейчас показать, как мы первый раз будем прессовать наше сено. Сейчас я хочу закрепить наши веревки, которые будут тюк сена фиксировать, чтобы он не разваливался. Для этого вот веревка, она у нас представляет собой такую длинную штучку с петлей на одном конце. Для того, чтобы ее установить, я закрываю дверь на засовы сразу. Вот мы видим, у нас здесь два отверстия как раз под две веревки. Я вот петлей вот так вот продеваю через вот это отверстие. Вот так вот петлю накидываем. И вот уже сено будет как бы на вот эту веревку ложиться. Со второй то же самое. Точно так же поступаем. Вот так вот крепим. Сюда выкладываем сено. Потом его прессуем. Сено у нас будет фиксироваться. То есть тюк уже не развалится. Давайте попробуем. Попрессовали, посмотрим, что получилось. Сейчас будем завязывать. Мы для этого берем наши вот эти петельки. Мы их чуть-чуть можем вот так подтянуть, чтобы легче было снимать. Эту петельку мы продеваем обратно в это наше отверстие. Сейчас, секундочку. Вот таким образом. Чуть-чуть подтягиваю. Ищу наше отверстие. Вот. Вот сейчас мы будем допрессовывать сено. Я в этот момент буду затягивать наши веревки и их вместе соединять. Да все, тут один человек может на самом деле справиться. Так. Тебе надо Вот мы вставляем один конец веревки в нашу петлю. Затягиваем. Делаем узел. Вот. Давление нормально. О, красота! Блин. Тяжелый? Не, нормальный. Смотрите, какой квадрат получился.